У человека одного два разных было сына. Был дерзок младший сын его, уехал на чужбину. Зато послушный старший сын, не требуя награды, был долго старику один покоем и отрадой. Он по велению отца всегда спешил исполнить. Берег козленка и тельца, трудился честно в поле, был трезв, постился и ни в чем не нарушал порядка. Но слезы лил при том при всем отец его украдкой. Однажды сын, гоня волов, шагал домой устало. Вот пение многих голосов касаться уха стало. Подходит к дому ближе он, не может надивиться. Созвучий струн, посуды звон, ликующие лица. Ему ответил верный раб, сказав такое слово: «Пришел твой брат, отец твой рад принять его здоровым». И ревность огненным кольцом как будто сердце сжало. Как мог войти в отцовский дом, кто так нечист и жалок? Как может этот блудный сын, кто расточил имение, кто не щадя отца сидин, иметь благословение? И рассердившись, не хотел войти на праздник старший, имея столько добрых дел, не стал садиться с падшим. Из дома и брата братом не назвал. В глубоком оскорблении твердил отцу, что тот не прав, даря грехов прощение. Из дома выйдя, звал отец войти старшего сына, чтоб были вместе наконец, чтоб радость любящих сердец всегда была едина. Друзья, по милости Христа, мы все отныне братья, войдем на пир, займем места. Он всех зовет в объятия. И если нас любовь Христа спасла от зла и ада, то разве может чистота стать для любви преградой? Аминь.